Всем привет! С вами на канале Сибирский Механик. В разборе Opel, в ремонте Opel Astra H, мотор Z16XER. Мотор, получается, у меня во втором горшке низкая компрессия. Не низкая и вообще нет по нулям. Вот, начал разбираться, что к чему. Решил снимать головку. В любом случае надо смотреть клапана, либо кольца. Вот, снял крышку клапанную, начал на весуху тут скидывать. И нашел я уже причину низкой компрессии. Сейчас покажу. Вот он, второй цилиндр. Это получается у нас, так, впуск. Ага. То есть кулачки отошли, а стаканы стоят. Да, регулировочные. То бишь, вот он в четвертом. Они кулачки вверх поднялись, толкатели отошли. А здесь толкатели вверх поднялись, а здесь отвертка лезет миллиметров 10. Ну, здесь маслица. Вот они. Скорее всего, здесь либо лопнутые пружины, либо загнутые клапана. Но я предполагаю почему-то, что на втором цилиндре на впуске гнутые клапана. Потому что если пружины сломанные были, клапана все время в закрытом положении были бы. Вот. И компрессия была бы. А у нас получается впуск все время открытый. Да, клапана чуть-чуть подогнутые. Двигатель, в принципе, заводится, работает на трех цилиндрах. Вот, я думаю, что причина вот она в чем. Именно загнутый впуск. Потому что выпуск. Вот они тоже. Сейчас. Сетывается. Так. Вот они. Кулачки на впуске отошли. Да. Все. Кулачки, то есть, в бок ушли. Стаканы вверх поднялись, а эти зависшие два клапана. Ну, соответственно, да. Все. Значит, причина найдена. Снимаем. Ищем новые клапана. Эти не заклинившие стаканы. Да, почему? Потому что они крутятся. Это вот именно гнутые клапана. Ладно, будем разбирать, смотреть.